Ну да, кто-то еще знает. Вы знаете же много про них. Ну да, и по именам, и все. Когда фото надо сделать, я обязательно позову, чтобы повернулась. Если спит даже, допустим, вот такая лежит, спит. Ее позову, раз морду поднимет. Вот и... Которая вот мама? Вали и Лехи мама. Дочка. Вот я, помнишь? Вот это их дочка. А что она с ними живет? Ну, отселять надо уже отдельно. Их вот соединили, чтобы они вдвоем были. Если с папой, то нельзя. Папа малышей раздирает. Почему вот у нас Кая отдельно делает? Малышей раздирают они, грубо. Да, да. Поэтому самцы отдельно. И в природе также. Да? Я думала, как-то свои. Нет, когда, когда она беременна, она уходит далеко, у них на остров Врангеля уходят эти самки. У них там специальный остров. Вот они туда уходят, рожают и до 2 лет. Они не возвращаются, да. Потом, да, выгоняют малышей и уже потом самостоятельную жизнь, да. А иначе самцы разрывают. Да, разрывают. По-всякому разделут, порвут. Так что так, как бы, свои даже дети. Вот у них так. Потом всех на две, да, получается?